Вот сейчас у нас пытается вроде Китай что-то сказать. Но посмотрим, через полтора дня уже выступит Си Цзиньпинь и скажет свою точку зрения. У него якобы есть такой мирный план. Но этот мирный план всегда должен включать очень простую процедуру. Вывода войск с оккупированных территорий. Признание войны и выплаты репараций. Как минимум три условия. И плюс, естественно, все эти... Дальше могут быть политические переговоры, но они, переговоры, тоже должны будут начаться на условиях освобождения остальных территорий и определения сроков. Вот больше ничего. Блумберг говорит, что китайский мирный план может включать значительную часть российских интересов. Каких? Не сообщают. Ну, значит, он не пройдет. Нет, если это будет территориальный захват, он не пройдет. Как вы думаете, ну вот хорошо, давайте вот смоделируем ситуацию. Выходит Си Цзиньпинь 24 числа, произносит речь, предлагает мирный план, который не подходит Украине. В Украине более 90% населения считают, что нужно воевать до освобождения всех наших территорий по состоянию на 91 год. Что делать Украине? Возможен ли еще вариант, что кто-то примет вместо нее решение? Нет, никто вместо Украины принимать решения не будет. Не будет, зачем это, никто сейчас, наверное, не пойдет на это. Ну, просто, наверное, будет диалог с Украиной о пределах допустимого. Но я не понимаю, что нового может предложить Си Цзиньпинь. Но если вот... Я не понимаю, что... Ну, подвесить вопрос территории Крыма. Предлагаю... Подвесить на какое-то время вопрос территории Крыма, типа дать ему сохранить лицо. Вот, предлагали бы этот вариант, он отказался. Начал торговаться с территорией, давайте я вам отдам эти области, а вы мне отдайте эти области. Ну, или его послали нахрен. Ну, после того, как он ответил ракетным ударом, уже вообще. Ну и все сейчас боятся военной помощи Китая Российской Федерации. Насколько это... Китаю помогать военным образом Российской Федерации, фактически ввязываясь в конфликт с международной коалицией. Вот мне расскажите. Ну, не, я, конечно, я сейчас уже ничего не могу исключать, но я не понимаю, для чего это нужно, может быть, Китаю. Чтобы что? Чтобы весь мир окрысился и включил какие-то механизмы, значит, ограничения в отношении Китая. И вот Китаю это нужно. Он что, должен там... Он так любит Путина, что аж там кушать не может, да? Как это вот старые грузинские шутки. Вот. Что, для чего им... Что, для чего им нужен Путин? Для чего Китаю нужен Путин? Вот я не понимаю. Поэтому я не думаю, что они там за него вступятся, уж тем более там будут массово поставлять оружие на фронт. Что китайцев еще будут поставлять? А вот я пока не понимаю. То есть это да, уже будет действительно глобальный конфликт, и тогда уже совершенно другие акценты. И нужно ли это Китаю? Он только что завершил торговую войну с Соединенными Штатами Америки. Похоже, что он сейчас стремится к восстановлению каких-то нормальных взаимоотношений. И занимает достаточно взвешенную позицию в мире. Вот, поэтому мне кажется, что этого не будет.